фольклорный ансамбль «Лачин». Художественный руководитель Зарема Валиева. Фольклорный танец «Шерлю».
Ансамбль «Зачин». Массовый внеконкурсный танец. Народные танцы победителями стали ансамбль «Вихринка» – третье место, ансамбль «Лачин» – второе место и ансамбль «Озорные девчата» – первое место. Этот фестиваль войдет в историю культуры Дагестана. Это останется в памяти людей и в знак благодарности за те деяния Марии Калаева, Ширины Чалаева и всех организаторов в сохранении культуры песни пения наших танцев Дагестана. Это чрезвычайно важно сегодня, когда даже Евровидение показывает нам опошленный вид превращенных мужчин в женщин и скорбные слова в песнях. Здесь все было очень возвышенно. И люди, которые целыми днями, три дня под жару, под солнцем стояли, аплодировали, слушали. Это истинное народное искусство, истинное народное ансамбль. Мне очень хотелось бы, чтобы этот ансамбль вошел вот в фольклорный ансамбль под эгидой ЮНЕСКО. Вот это задача всех нас. Вы, безусловно, меценат. Да. Ну, можно так считать, да. Я прояснял значение слова меценат. Там в основе сидит как раз делать что-то
который бескорыстно, не ожидая равного обмена материального, но с пониманием, что это полезно для людей. А вот много ли вокруг себя вы чувствуете таких же бескорыстных меценатов? Не так много, к сожалению. Я думал, что их больше. Когда столкнулся, оказалось меньше, но радует, что именно есть те, которые настоящие. Вот буквально я час назад познакомился с человеком, от владелец компании ЗАО «Мушарака», Ахмедов Алиамар Магомедович. Вот в этой гостинице он совершенно бескорыстно все то, что касается воды, сантехники, он просто изъявил свое желание: хочу оказать помощь, зная, что это поможет людям, говорится. Вот недавно поговорив с ними, я понял, что у нас одинаковые вот идеи, что нужно создавать следствие полезное для единомышленников. Я рад, что я познакомился с ними. Чем дальше живешь, тем острее чувствуешь свою родину. Согласен, поскольку понятие ностальгии мы узнали по работам и по тем состояниям, которые испытывали русские иммигранты после революции. Примерно так же люди, я тоже иммигрант, я человек, живущий в России, хотя это наша страна, но я ушел с одной культуры, живу в другой, и те воспоминания, они более ярче, потому что они формировались чуть раньше, в более таком детском возрасте. И находясь на расстоянии, все правильно говорят, чтобы увидеть большое, нужно быть на расстоянии. Поэтому я считаю, у нас есть то, чего ценить. И я горд за то, что я вот родился здесь, я горд за то, что я лакец, горд за то, что вот у меня еще такое. Я восхищаюсь, что я в это время живу. Многие люди, когда ругают это время, я говорю, как же это же просто, надо же так повести. Вот в такое время начать с пионеров, закончить там кем? Достичь такой возможности, делать что, как хочешь, и сейчас ничего этому не мешает. Реализовывай себя, как хочешь. Можно ли вот этот четвертый фестиваль назвать фестивалем лакской песни, поскольку в нем приняли участие исполнители, поющие на других языках? Мы думали над этим, мы все-таки решили оставить. Это же фестиваль все-таки был лакской песни, но в составе фестиваля лакской песни могут петь все народы мира, говорится. Само название, под которым продвигается вот это и местонахождение, и в какой культуре это формируется, ну вот это является основой, что мы сохранили это название фестиваль лакской песни. Одно из нововведений нынешнего фестиваля – свадебный обряд, в котором жених, невеста и все остальные действующие лица – настоящие. Из Казбековского района за лакской невестой приехали родственники и близкие жениха. Я хочу послушать, сколько ты даешь. Вот такую девочку, да. Все, что есть. Сейчас проблем. Ну, все, ладно, мы торговаться не будем. Свят – это жизнь, барка, которую сейчас увидим. Ты, дочь моя, уходишь в дом чужой, вся жизнь твоя изменится отныне. Умей теперь в работе быть рабыней, а за столом царицы молодой. Ты, дочь